Аренда для социальных аптек на территории округа стала дешевле ровно в половину. Об этом заявил вице-президент торгово-промышленной палаты Дмитрий Левитин. Такое указание дал губернатор области Андрей Воробьев. Решение о снижении стоимости было принято Советом депутатов на прошлой неделе. Сегодня на территории округа находится 17 таких аптек. В условиях кризиса не все предприниматели могут платить за аренду в срок, а зачастую ее стоимость и вовсе становится неподъемной. Для того, чтобы предприятия не закрывались, администрация идет на уступки, связанные с тем, чтобы снизить аренду, да, и тем самым как бы те финансовые средства, которые будут высвобождаться, пустить на модернизацию своего производства, на оплату заработных плат, на сохранение рабочих мест. Помимо этого, на 40% снижается единый налог на вмененный доход. Так называется система обложения отдельных видов бизнеса. Налог учитывается, исходя не из фактического, а из предполагаемого дохода. Этот закон вступит в силу с 1 января следующего года. Однако предприниматели информируют уже сейчас, чтобы они могли предоставить правильные данные в налоговую инспекцию с учетом скидки. Также у всех социально ориентированных предприятий есть возможность получить субсидию на развитие бизнеса. Аптеки тоже могут претендовать на такую помощь.